Всем привет, друзья! Вот этот знаменитый маршрут, танковая пряма. Мы едем ставить коробочку. Опять через лес. Сегодня я один, без Макса. Вместо Макса ноутбук лежит с контентом для вас. Сейчас по лесу ставим коробочку, и залупазлик будет, я думаю, в субботу мы на нем прокатимся. Машина хорошая. Лысь говорит, все починил. Есть там план по модернизации, я уже говорил. Ну, план поменялся. Хотели менять мотор, ставить мосты, ну, короче, делать что-то. И Макса, блин, такие дожди классные были вообще. Вчера поливало. Каждый день идут, как в тропиках у нас уже. И потеплело. Сейчас покажу, отвлекся. 25,5. В общем, лето наступило. Был план все менять. Макс говорит, ну а смысл в чем? Рама, даже рама сделана не под эту трансмиссию, не под этот мотор. То есть кроме рамы и то, которая не подходит, нет смысла. А залупазлов-то у нас много. Точно такого же цвета есть, такого же года, такого же цвета. У нас есть машинка. То есть нам, в принципе, только интегрировать туда надо будет мосты, двигатель, коробку, раздатку. И будет залупазл 2, более крепкий, более мощный. А этот оставляем, этот доработать можно будет только поменяв все-таки коробку на субаровскую. Там есть пониженная, вот все-таки это, наверное, придется сделать. Ну, сейчас покатаемся, посмотрим, насколько хватит этот раз. В общем, были шумы. Я думал, сцепление опять умирает. А это подшипник первичного вала. Подшипник первичного вала коробочки шумел, и он развалился, и коробка разлетелась вся, почти вся. Ну, картер лопнул. Сейчас, в общем, покажу. Сейчас тут 5 км по лесу, и мы в другом мире. Там еще километров 10-12 по асфальту, и мы ставим коробку. Да, на бэхе семерке тут, блин, не очень удобно ехать, колея что-то там касается местами. Тут я как-то на бетонную плиту попал, отбил траверсу коробки с балансиром. Точнее, балансир там висит низко. Я его отбил. Ну и траверсу сломал. Такой был дорогой тут заезд. Ё-моё, не поеду сюда. Что-то тут вообще не очень. Понакатывают этими внедорожниками, попортят дороги. Потом людям нормальным нельзя на премиуме ездить. Не очень быстро, зато без пробок и светофоров. Ну и ближе конкретно. Тут и встречки есть. Главное вовремя их увидеть, чтобы не разъехаться можно было. Накатанная дорога. Я представляю утром, какой тут поток идет. Еще одна. Что-то сегодня какое-то движение оживленное. В сторону Киева. Так, а где коробка? Коробку хоть покажи мне. Как новая или лучше? Все дизельные моторы скупил. Слышишь, я еще думаю, так грохотало. Я подумал, что сцепление, понял, а то подшипник был. И все развалило. Ну что-то там осталось хоть. Ну, а где подшипник, покажи? Что от него осталось? Вот это только обойма? Или вот тут? Вот тут, да, он был? Вот это обойма, оно внутри, оно внутри три подшипника. А, вот это все? Да. Красивый. Ёлки-палки. Это ж так доездится, да? Ну, да. До ручки. А тут 1,9 в гольфе? Да.
Ёлки, так он просто будет по лужам на задних колесах по препятствиям проезжать, и все типа, передние, типа передние оторвались и проскочил. Что, заезжать? Первая передача моя, да. Попала нормально ей. Вот так куда попала, наверное, тогда и карта развалила, да, получается? Да, зубами развалила, да. Да, жестко. Хрестовый, не шість гугаєчок там, все зняв, перебив пильник. А що ти, а пильник хочеш міняти? Там лопоти пильник, от аж каністру підставив, масло капає. Давай, вже скоро на старт. Як треба поміняти. Слышиш, а що тут за... А, так тут полуосі крепче будуть, да? Ну, конечно. Слышиш, я як балки розширив, у мене ж розширено на скільки, видиш? Да. Подожди, де оно? А от вставка у мене. На 12 или на 15 сантиметрів. И сразу полуоси стали гнуться, стандартные просто. Только выехал, они квадра сразу овальные. Да, фаркоп хороший. Тяжелый, да? Да. Так слышишь, если снять фаркоп, я же быстрее поеду. Давай что-то еще отрежем. Так не, я же для равновесия впереди. Так она же перелетает все. Не пере... Да я тоже тяжелый. Так, и цилиндр вот. Сцепление. Да, не, ну тут конструкция классная. Миша работал над конструкцией. Слышишь, только вчера фото. Фейсбук. 595 фотографий. По изобретению машины. Вот она яму не должна просто. Там удобнее на яме, да, будет? Ёлки-палки, а я не узнал, слышишь, я что-то подумал, что это второй гольф, а он третий. Слышь, ты его так замаскировал, что он под второй замаскирован. Так я же меня запчасти забрал. Ведь третий только забрал, да и все. А я старший забрал. Нормально. Кай мне нахрен надо туда, я на металлом только знать и башни. Ну хай музыка может спрыгнуть. Блин, хочется уже стартануть. Да. Ну да. Все в твоих руках. Да. Вот машина, вот коробка. Став дай стартуй. Вот мотор, вот да? Вот мотор, став дай стартуй, да. Все в твоих руках. Глумится. Все в твоих руках. Эта песня есть такая хорошая. Ну, надо туда и надо, да и все. Вот точку взять. И на объем, да и все. Тоже там взял дачу. Взял? Да. Так уже на фест с дачей поедешь? Так я что могу на сдачу. С дачей был? Да. Ёлки, что-то там все сумбурно, я тебя не видел. А я поехал. Короче, под мою управление. Там адекватная цена, потому что там же никто не хочет ехать, а никто уже знаешь. Ну да, далеко. Да, тут у нас по 3, по 4, по 5, знаешь, цены. Там дешевле? Там за двушку я. Хорошая? Нормально, чего? Слышишь, а первичный вал он такой и должен, да, быть с выемкой какой-то? Или это он потерся уже? Ну, то, что там потерт, или дай бог, может, подшипника не было, но... Да, выжимной валио. Сцепление тоже. Все новое. Все целое. Да? Ну а эти вопросы? Да, ладно, сейчас. Там самое сложное попадание. Попадание переключения передач. Вот эти тут тяги. Точнее, мы их тяжело откручивали. Может, в обратном направлении будет легче? О, ты неправильно подставил. О, все. Да? Там вот неправильно стоит. Хорошо. Что, поехали? Да. Так я могу заработать. А, трошки опустили. Бо як я малому купив... Чого, опонь? Ну, щоб а, щоб проїхати. Так я малому півтисячі заробив, блін. Тепер подіймаємо. Зараз тут, да, процес, звісно.
Так ты хорошо, что хоть стойка есть. Ну да. Так, там та попала, куда надо, да? А, подожди, сейчас надо еще те. Ну, сейчас их подкатить сразу сюда, пощупать. Олесь, а те заведутся, эти, включения? А ну, посмотри, а ну, мы заведем их потом или сразу их вверх надо? То потом будет тут... Тихо. Я грибу, блин, а так кожа. Конструкция серьезная. Подвязать. А. Не-не. Оця вона зійшла правильно, вона тут, ось збоку. Вон вверху аж де, вот она аж де. Смотри. А, ця вон аж, да. А та на ту, вот так. Вот так, да. Наоборот, она. Ну, ёх ты, бог. Вот да, так, тут про... О! Вот так она была. Вот так она была? Ну, наверное. Ну да, ця потом оттуда. Вот ладно. Там она вверху, да. Что, да. Едем? Попробуем. Потихоньку, не спеша. Поднимаем. Так, сейчас еще чуть-чуть. Задницу полетели. О, ага. Там, блин, упирается та фигня. Надо... О. Це... А, там же в люк они что попадали. Да, да, слышишь? Может сразу их накинуть, так, а потом... Сейчас накину. А потом коробку попадать, то потом не попадем. Я грибу. Упала? А на что тут? О, такое. Это жесть. Конструкция. Мост выкрыли. Как ты попадаешь на коробку выкручивать? Или... Слышишь, давай. А перемычка, ну потом перемычка. Давай ставим. Переключение туда вверх, или не мешает оно, там можно сразу их накинуть, чтобы оно... Так накинуть, так я... Пока коробка не стоит. Они же достают. А, не достают? Ну, тебя достанет, а тебя что не достанет. Одну хотя бы вставь. Ой, блин, ну вставил ты. Наживите ее, чтобы оно не падало, да и все. Так, коробка с серьезными усилиями, да, Алась? Да. Серьезными тут очень... Сейчас я покажу. Сам ставишь, да? Сам ставлю. Там получается вот эти тяги. Сейчас покажу. Вот они, управление кулисы. Все очень плотно. Вверху, да, больше? Ну да, ну там тоже что-то мешало, наверное. Да там что-то может мешать, там ничего не мешает. Там сиденье кожаное. Ладно, все, попали сейчас. Тут крепления тоже попали, почти, и можно ехать. А в тракторе я уже делаю так, уголки просто, один уголок и с другой стороны другой уголок. И все, да? Куски, два куска уголкового обварил. Так оно выставлено сейчас ровно? Ну, более-менее выставил, как мог, ну, в домашних. Ну, тут ну, скорости же на такой скорости, да. Да, и на такой длине, да? Да, и на такой, то есть оно... И будет все, ехать. И ездить аж бегу. Крутил и все. Так. Разборка Луаза на новый болид. На новый болид. Так что кому что построить, починить мотор. Так, нам остался мотор только. Сейчас я полуоси прикручиваю. И мотор бросаем. Вот эту надо, конечно, штучку. Блин, болгаркой запыхайся, чтобы так резануть. Это бессмысленно. Ладно, сейчас померяем, может, так, а потом... Может, все уже вырезать. Ты бачишь, все вырезать? Да вон, да, это же планировалось съемное, типа. Да ну бессмысленно, надо просто балку. Приварим фаркоп, у меня есть цельный, длинный, и все. И все. И будет, не будет мешать, вот эта часть будет вот здесь аж. Это не двигатель спокойно. И двигатель будет удобно вынимать. А тут уже близок к старту. Педальный узел уже есть. А как он, подожди, так... Он левее будет? Вот сюда будет где-то? Ну, все, сюда. Вот. Тут все будет вот такой педальный узел. Не сильно влево? Ну, блин, лучше не получится, вот так. Так а что там можно чуть под... Да, под... я думаю, педали подогнуть. Подрихтовать. Или педали какой-то потрошку. Да, или тут проще резануть чуть-чуть, может. Ну да, или педали просто перегнуть, какой-то на ту сторону выгнуть. А. И, ну, переварить, малеха взять. Что не педали, такой все вырезал и вот такой педали сделал. А газ правее будет, а да? Газ, да, там будет уполик, можно такой сделать, уполик. Как в BMW? Ну, типа, да, типа, да, типа в BMW. Слышишь, так оно, прикинь, с этим весом, с этим крутящим моментом. Это 90 лошадок, это один. Да?
на 90 кубов, где он один взял. Ты прикинь, так она будет на задних колесах так стартовать. Она, ну да, она тогда хотела бы, с другой передачи она сразу на козу и поехала. И прошел танковую. Не, ну по факту да. Да, да что ж тут веса, елки. Полтонны, я думаю, больше не будет. Да? На что ты думаешь, ну что тут, куда не набрать? Ну, 2-3, ну, 600, килограмм. Ну, 600. 600, ну 600, ну, может. 500-600 килограмм, все потолок у нее будет вес. Ну да, что тут, ничего нету, считай. Ширина маленькая. А там сплошняком уже проварил? Да, да. Зачистить герметиком кузовным заводом, чтобы не капал. Тут с лобовым и вопрос теперь. Какое-то надо суровое сделать. Из этих, как оно, красный, что там, помнишь, что посередине скручены были вот такие... Слышишь, блин, надо взять какой-то скраза такое со старого, да, чтобы открывалось вверх, прикинь, да. Вот это было бы круто найти. Ну оно же дефицит, наверное. Так самому с уголка зварить, на герметик поклею, ось вот тебе на петлях, класс на капот положи, как у волынки. Или нет, лучше вверх, как в 69-м, чтобы подымалось. Ну там за ветки бы, не дай бог, или еще что-то значимое. Ну да. А так на капот все положил за щелками, класс, класс, и гонял. И поехал. Надо тебе. Вот, морду надо как в тракторе сделать. Как в Беларуси, да? Что мы будем делать? Такое квадратное, злое, чтобы было. Чтобы боялись, когда видят навстречу, чтобы убегали. На иронии такие, да, чтобы дорогу расчищать. Дороги позади. Я в красаву, если мы в красаву догоняем с Розиком, то только понадымливались, а херни взяли. Понял? Чтобы суровое, понял? И зачистить кузов, чтобы ржавый был весь страшный. Чтобы лютый. Под ржавчину. Здесь машина была покрашена под ржавчину. Да. Потек. Вот таким цветом, чтобы, да? Да, покрасить. Ну, лаком покроешь сверху и все. Шипы. Слышь, у нас возле дома паркуется чувак, Honda такая, красивая, Аккорд. И с такими колесами? С такими шипами, нет, на гайках, понял, торчит, чтобы никто близко не подъезжал. Причем так выступает прилично. Страшно ехать рядом. Ну что, наделаем ежики сюда на колеса, такие пластины сделали, чтобы выступали. Ну, знаешь, колеса ежики. Повыше, конечно, да, какие-то. Да повыше, это ж... Временно. Это что было, пока поставлено, ну, стояло. Так, ну все. Карданчик стоит. Этот не хочет выдвигаться, заржавел, наверное. Хотя как-то мы приехали. Все, сцепление почти на месте. Сейчас будем мотор ставить. Угу, блин. Угу. Нихера себе. Что-то жестко. Вроде ж, блин, как-то оно ехало. Оно так и грохотало, да? Я тут аж так и ехал. Офигеть, ой. Что там? Из нескучного есть и эти. Да, твою ж дивизию. Смотри, крутится, крутится. И все хуже и хуже. Все хуже. Ого. Так, я тут держу колесо. Це на там, наверное, покерненно все. И вот теперь по резьбе не выйдем там, бачишь? Та ну чего? Там де откручивало все. Да? Да. Так, кернерами. А ну, постучать его вниз. Ну, тут все кернерами, ну, бачишь, там накернули. Ну, все. Чтобы оно не выкручивалось, я тут надо до резьбы дошло. Вообще не двигается. О, туда вроде. О, пошло сюда. Да, вроде иди потихоньку. Нам надо в другую сторону. Надо в другую сторону. Шипы еще в хорошем состоянии. Надо разбирать, это развальцовывать и... Розкручувати, мазати, там воно заржавіло, грязі, мабуть, повно, блін. Я так думаю, тому що... Там вже не діло, воно ж легко дуже. Так.
подсунем. Все. Может, его туда сейчас подсунем. Включил? Да. О, Геракл. Ты же хотел быть богом? Руслан, положи, надо перевернуться теперь. Вот так, сейчас сюда поехали. Таку. Крутим по таку. Мы же это... А, такой. По диагонали такой. Так, подожди. Так думаешь? Ну, по диагонали засунул. Или наоборот. У нас было вот так вывернуто. Вот так вывернуто. Да. Вот так выворачиваем. Ну, не знаю. Я не помню уже. Ну, карбюратор помнишь, что где-то цеплял? Вот так и было. Нет. Ну, давай наоборот. Ну, короче, пробуем. Давай, как было. Как-нибудь пробуем. Что, тебе педаль дать? Может, машину выпустить, чтобы ее не поднимать сильно высоко. Может, просто машину выпустить, а? Я думаю. Ну, можно чуть-чуть. А, ну, держи, я пульт возьму. Давай, держу. Чтобы просто не поднимать так, потому что нас чем выше поднимаешь, то нужно не так устойчиво. А потом уже... Надо его все равно вот сюда поднимать. Вот так, где-то плюс-минус. И руками попасть. Тяжело. Сюда подходит. Чтобы уже более. О. Педаль переправили. Все. Поехали. Ну, попробуем. Не знаю. Его туда засунут. Так, трамблер проходит. Давай, чтобы трамблер пройти. А потом можно крутить. Еще. Что там у тебя? У меня запас. Можем в мою сторону. Походы все четко. Поднимай. О, примерно без такого. Да? Ну, примерно, да. А ну смотри там на коробку. Да тут. А, прокладка. Это тут... Ага, так ее сразу выровнять, надо выкрутить. О, а потом подсунуть. Вот. Так, о, почитай. О, есть? Сейчас. О, вот так. О, попал. Все. Стоп. Так. Первичный. Так там попал. Теперь такой вставить его надо. Так. О, все. Все на месте? Да, бери болт виску, я держу. Мы быстрее вставили, чем снимали. Скручивай болтик. После боковые сразу крути, чтобы уже им подержать. Вот эти вот. Все, боковые вот эти. Ну все. Это сразу длинные будут, да? Да, это тайны. А, это что вы делали? Я молотком сам выберу. Там уже один, помнишь, что выбивали руками? Давай с другой стороны. Да, попал. Попал? Ну, вроде же куда, да. Все. Руками крутятся. Да. Теперь давай. Ну, даже вы уже никуда не идете. Теперь тоже будем давать. Молоточком стукнуть, уже сквозной. А, он сквозной? Да, гайка уже зажимает. Трудно. Разве этот? Да. Мы же выбывали, по-моему, на ставочку. Вылю, какая у тебя память. Где? Не? Да что не зашел? Вот он на ходу ему сделал. А, не зашел. Да. Все. Четко. Так, надо три щетку. Где она? Ну что? 18, 16. Да нет, нормальненько. 16 или 15? Наверное 16, не надо, кроме 16. Я думаю, что 16. 16. Есть? Да. Ну, бачишь, откуда ты знаешь? Ну по размеру бачу, болтает он. Да ну ладно, на глаз. На глаз я бы. Люди могу сказать. До 24 точно все могу сказать. После 24. Так уже можем в каких-то передачах тебя снимать. А то что до 24 на глаз, в принципе. Покрутил бы столько гаек, да, сколько я так. Да, да, наверное. Я уже знаю, какие ключи, яка гайка, где закручена. Ну, ты за того ключа. А надо там окрутить.
там, тут на артизаду, знаешь, там 14-17 надо, взял, да и пошел себе купить. Так, ну же, сверху вышли, 100% оплата, ты курсы. Да? Я опять? Я забыл, после сервис 100% добавил. Двойная, да? Да, ёлки-палки. Тогда, чтоб ты не сказал, я бы быстрее работал. Сейчас уже не 500, но у меня 1000. Уже? Да, уже 40 минут 5000. Ёлки-палки, так подожди, я быстрее буду крутить. Из-за тебя дитё голодное сидит. Да? Потому что мы не думаете, обидать не ездили, мы сейчас по дорогу и поедем. Так, а тут я вдруг, да? Все сорвал. Все сорвал, и дитё голодное сидит. Ё-моё, так это вообще... Это вообще тройна. Тут за использование дитячего... Детского труда? Да, особенно на рабочее время, это вообще... Ты что, тут сейчас меняете? Можно шить уже криминал. Ну а что ты? Чтоб не подрывал. Ну да. Так, есть. А что там еще каких-то пару болтов нет? Сверху там прикрутил, там же два сверху. Да подожди, мы с вами. Коробка геморройнее мотора. Да? Да. Здесь тяга. Все. Есть. Блин, ничего не подлазит, слышишь? А что оно так странно? Странно. У кайматься, кто снимал, то и ставишь. Да? Ну а я, ну это такой закон, ты снимал, ты и ставишь. Тут лыжишь, цилиндрик мешает этот, блин. Бережешь, чтобы не сломали. Так все ж, ну что ж, я ще поехал, типа, ще на стол їхали, поробити робочі зони, все, ну, ти понял. А потім ну, да. Станки токарний перевезу, у мене токарний вдома є. Ну вот от маленький? Ну да. І фрези, ну теж слідно, фрези, ну блін. Я перевожу все, потому что... Есть, так. Тут низ. А где осталось все? А, вот этот я не затянул еще. Трамблер. Ну, ну хрен потом там... найдем. Там же здесь фишка в трамблере должна быть. Давай наверх положу, чтобы видно. Да, так, все на месте, подключить, кардан поставить, кардан, и можно ехать. А, глушитель еще. Так, мне надо ТАТ-17, да, на завтра взять? 3 на литра коробку. 3 литра в бортовиках попроверять сразу. Ну, короче, там у меня пятерочка есть. И антифриза, скажу. Долить, да, антифриза. Там, там реально литров 5, если надо сначала, антифриза. Возьмем. Ну все, огонь. Скоро старт. Подписывайтесь, делитесь. Кому что починить, изобрести, да? Можно обращаться. Замена мотора, ремонт двигателя. Короче, ремонт любой, да, вообще? Ремонт любой. Если люди, видите, могут гольф модернизировать до неузнаваемости, то починить что угодно. Машина не тяжелая. Слышишь, а зад легче, наверное, да? А сзади есть за что брать? А ну. Тут кузов просто. Держи, зад... камера включена. Нет, за два еще, наверное, будет. Чего? А ну, да навряд ли. Блин, вряд ли. Ну вот он. Нет, тут поломаю кузов. Да не поломаешь, он прикрученный. Зад два еще, потому что кузов уже больше сзаду стоит, чем спереди. Не. Да о, не, зад тяжелее. Зад тяжелее, а как же так вышло? Охренеть вообще. Зад... Там мотор. А, тут плечо получается, мотор да. Смещен. Слышишь, так балка. Это класс вообще. Балка, возьми, мотор вообще перед легкой ее.
класс получается, что загружен. Да. Еще пилот сядет. Да. Ну, пилот легкий, конечно. Помощник, пилот. Ну это да. Легкий. Так это вообще класс, слышишь? А меньше грузом будет. Ну, радиатор тут же будет, да? Да. Блин, надо думать над названием. Сейчас подписчики, придумайте название. Пишите. Пишите, приезжайте на ремонт. Подъемник есть. Все есть, короче. Опыт огромный. Алесь все починит. УАЗы. Тойоты. Замена двигателя, да. УАЗа Субару, это же он изобретатель. Сколько там мы с тобой? 130 ехали. Волосы, наверное, шукал, вообще оставшиеся волосы почти были потеряны. Да не, ну страшно было реально. Я теперь, когда по окружной в этом месте еду, я все время тебя вспоминаю, как мы там ехали. 120. Да, Луаза Субару забивайте, посмотрите. Там есть кино. В общем, до встречи. Да? Да, да. Да Луаза Субару выбить, оно подбросит его. Это жестко. По Бориспольской сколько у тебя рекорд? 140? 140 по окружной. Ну, по автобану. Да, там люди удивляются. Так я 4-го ряда с иномарки сгонял, блин. Так а мотор, подожди, у тебя такой же или? Такое 90 тоже? 90. Слышишь, так это 200 должен идти тогда получается. Стой, а что тут, а коробка какая тут стоит сейчас? Волыновская. Волыновская? Подожди, и стой. И редуктора двойка стоят. А, двойка уже стоит? Да, ого, промвал какой коротенький, елки-палки, класс. Ну, то есть, да, так подожди, а, тут ты просто заглушки да, поставил. Да, там же дифа даже нема. Слышишь? А, ну если передний делать, тогда надо выносить вперед мотор. Ну, да, туда же не получается, там уже хитро-мудро конструкция, чтобы передний делать. Да блин, она так зад загружен, что тут вообще передний не имеет я смысла. Думаю, она будет а крышку же поставишь багажника? Фонари? Ну поставлю фонари. Крышку? Да. Ну крышку врезать тогда же надо получить. А, узкая ж, блин, да. Я забыл. Или просто сделать, сварить дом, я кто-то там дает, все. Ты ну проще. Сварить. Или можно вообще не ставить. Зачем? Или резануть можно. Или, это летний вариант? Это летний вариант, в принципе. Ну, то опять-таки, практика покажет. В процессе разберемся, да? Надо будет, можно будет просто самому сварить крышку, да и все сюда. Как или... самому? Ты что? Это ж сложно. Ну или тую врезать, то есть стекло вытащить, вырезать и половину. Подожди, я сфотографирую. Там ее было плохо видно, тут она красивая такая. Шебетки поставлены, все, все, крыло. И колеса аж побольше впереди будут. А потом, ну да, больше. А, крылья поставишь? Ну, да, я эти крылья потом пообрезаю. Ё-моё, я думал ты от белоруса морду. Охренеть, а ну подожди, да, я сфоткаю, это стой. Это круто вообще. Ну типа так по поровну поровняю, ты понял? Так это вообще огонь просто. Ну типа вот так вот сделается. Только крыло такого, ну наискосок, ты понял? Не ровно? Да не, ровно ставь уже. Ну или ровно, ну так вот. Ну чтоб красиво уже было, наискосок-то будет как-то, ну хотя же, чем жестче, тем лучше. А потом лишнее такого ближется, да и все. Класс. Морда сюда вывалится потом. Короче, друзья, кому что-то построить, обращайтесь. Цены ниже рыночных. Будет самолет. Будет самолет. Да не, ну с таким мотором я вообще не представляю. А, так он с турбиной еще? Да, так я же говорю, тут 1Z двигатель все получается. И в тесте, стартер как стоит. А, провод он, старт. А, так уже можно заводиться. Так я же заводил, он заводный. А, он заводится? Да, только уже сцепление поставить, газ, тормоз, дай газ выдай. Сцепление, а, цилиндрик? Ну, педали, да, педали. И педали. Рабочий стоит, если а, вы, я понял. Уже за рабочего. Так, короче, тут еще пару недель можно гонять. Если стабик за 4 дня можно собрать, 4-5 дней, ну неделя, мы говорим, можно уже поехать. Но мешать не будет. 285. Ну или 300. Или 305, да. Я же вынос делал так, чтобы шире, бачишь? Ну, угу. Просто, я же специально делал. Я ну, понял. А, чтобы запас шире, был, да? Да, потом если подставишь шире. Блин, большие колеса, двойка в редукторах, шестерни понижения. Да, так, да, ты чё? А это что, 80-й? Да, 80-й.
Нормально. Мост 425 уже стоїть у Волинці. Це ж тяговий, грубо говоря. Ага. Ти з Волиновський мост. Та, сама, должен бути самоліт такий, що... З таким мотором, тим більше. Тим більше з таким мотором. 90 кобил, я ж говорю... Буде... Слышь, а ручка переключення де попадає? Ну, вона, вона вигнеться, потім, типу, отако. А, ти вигнуть? Сюди і сюди потім. І отут будуть ручки. Угу, я понял. Іменно ручки отут будуть. Ти поняв? Тобто я їх... Повиваю так. Ну я понял, щоб было удобно. Да, и потом, а тут сидушка сплошняком також. А, ровная будет? Да. А, задняя? Ну, задняя, как это кожный его. Ну, я понял. Можно там с третьего ряда с поджерика взять, допустим, она же крутая. Все, да, она же как раз как надо, да. И сюда можно бы поставить вот такую сидушку, потом сплошняком, на двух человек. Назад. Ты понял? А назад что, еще будем одну? Можно просто маленько, чтобы развернуть ее сюда. Ну, и чтобы сзади туда, садились а еще. А сюда, типа нога, ну сюда вот. Да, и тоже вариант. Ось, опа, заскочил, оп, оп. И ось загружена. И погнал. Типа два вперед, два назад. Нормально. Ты понял? Да, я удивлен, развесовка. Ты понял, как сделано? Кузов все-таки тяжелый, он из стали. Ну, кузов я сам поднимал, в принципе. Поднимался? А что же я не поднял? А мост еще, считай? Кузов. Рама. А, рама, мост. Коробка, це ж все воно сюди давить, воно вже ж на задок, виходить, більше давить. Ну да, коробка же. На передок такого двіти, грубо говоря. Ну да. І все. А, вся а редуктор же ззаді ще. Все ж редуктор, а ти що, ззаду вес приличніше. Так, ну все, по тюнінгу обращаємося, друзі. Ми напроти кладбища, да? Да. Всім пока, до встречи. Завтра буде старт.